правительства Свердловской области, министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, все любители российского кино. В этот солнечный день Свердловская область и Екатеринбург принимают дорогих гостей. Всех, кто связан с кино, всех, кто представляет кино, всех, кто будет судить сегодня кино. И, конечно, приветствуют всех, кто будет смотреть кино второго Уральского кинофестиваля. Позвольте мне, дорогие друзья, от имени временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева, от членов правительства Свердловской области, вас поприветствовать, пожелать всем нам приятных минут, приятного просмотра и надеяться, что второй Уральский фестиваль откроет нам новые имена, новые фильмы, новые видение современных режиссеров, и будем надеяться, что, заканчивая фестиваль, мы сможем пожелать друг другу до встречи на третьем Уральском фестивале. Я благодарю Свердловское отделение Союза кинематографистов за проделанную работу, за умение сделать все, как всегда, хорошо. Благодарю партнеров фестиваля, желаю ему многие лета, и всех поздравляю с праздником кино, друзья!